СДЛК S115 в комплекте. Сама колонка аккумуляторная, два беспроводных микрофона, пульт дистанционного управления, провод AUX, провод для зарядки микрофона и колонки, ремень для переноски и инструкция. Модель колонки СДЛК S115 обладает надежным корпусом из пластика и алюминия, хорошей, надежной, удобной ручкой. Это у нее крепление для ремня переноски. Есть подсветка. Значит, по управлению это включение-выключение, режим колонки, значит, между переключением Bluetooth, карта памяти и так далее. Режим караоке. Вот эти две кнопки управляют настройкой уровня баса и уровня эхо, в зависимости от того, как вы на них нажимаете. Громкость микрофонов, эквалайзер. Там есть несколько вариантов режима звучания. Это подавление вокала. Значит, эффекты, управление громкостью, кнопка play и также функции принятия или сброс звонка телефона, если у вас она подключена по Bluetooth к телефону. Здесь можно поменять звучание вашего голоса через микрофон. Несколько вариантов. Дополнительное подключение микрофона. USB-карта, разъем для зарядки колонки, SD-карта. Собственно, все подписано. Мощность колонки 200 Вт, 5 Bluetooth. Микрофоны. Микрофоны имеют алюминиевый корпус, они аккумуляторные. Работа. Просто включаете, микрофоны настроены, частоту подстраивать не нужно. Здесь резиновая защита, это для того, чтобы он не царапал и не портился, когда вы его кладете. Классический дисплейчик, показывающий, на каком канале микрофон, уровень зарядки, частота. Значит, микрофоны работают 6 метров от устройства. Как сделать караоке-систему с помощью этой колонки? Включаем колонку, подключаем ее к Smart TV. В нашем случае это приставка телевизионная. Возможно, у вас просто телевизор. Нужно выбрать режим Bluetooth. Зайдите в настройки. Найдите включение Bluetooth. Подключитесь к колонке. Значит, если вы пользуетесь телефоном, то это просто подключение по Bluetooth к колонке будет. Далее. Вам нужно где-то взять караоке ролик. Используйте YouTube либо Rutube. По запросу караоке есть караоке-ролики. Включаем. Звук идет через колонку. Это караоке-ролик. Здесь вокала нет. Включаем микрофон. Раз-раз. Микрофон пока еще не включен в самой колонке. Для этого нажимаете кнопку режима караоке. Пожалуйста, включилось. Раз, раз, два. Микрофон очень громко. Отстраиваем звук. Раз, раз, два. Прибавляем громкость музыки. Пожалуйста, все работает.